Сьогодні Миколаїв став свідком турніру зі змішаних єдиноборств «Залізні кулаки». Чемпіонат так полюбився нашим глядачам, що це вже стало справжнім шоу у місті. Будемо дивитись. Турнир «Железные кулаки» – это что-то новое сейчас в Николаеве, это новый формат, правда? Конечно, абсолютно новый формат. Чем он такой новый? Расскажу очень кратко и быстро. Все ребята будут выходить под театрализованную постановку. То есть не просто, как раньше был выход бойцов, они заходили в октагон полностью, проводили бой, и на этом все заканчивалось. Нет, сейчас будет каждый бой сопровождаться маленькой историей. Мы сегодня осветим такие истории, как история про Англию, откуда взялся бокс. Будет полностью история викингов. Будет история противостояния инь и янь, добра и зла. И четвертая будет полностью эта постановка. У нас такой вот, как сегодня модно говорить, нью. В том плане, что ребята будут выходить полностью под определенные костюмы, которые светятся. Турнир всеукраинский. Кто представлен из бойцов? Из каких городов сюда приехали? Сегодня, сразу скажу, приехали даже ребята с Донецка. Несмотря на такую политическую ситуацию, которая у них в области, сегодня Максим Швец будет выступать против спортсмена из Херсона. Это Александр Никишенко, весовой категории до 84 килограмм. Ребята доехали, ребята готовились, в очень суровых условиях готовились. Мы разговаривали полностью, они говорят, вы не поверите, ложимся, война, просыпаемся, война. Но не находят время полностью, как говорится, еще и заниматься спортом. Не забывать свое любимое и хорошее дело. И забыл самое главное сказать, что спорт, он вне политики. В прямом эфире мы проводили розыгрыш с тобой билетов на Mix Fight. Мы первый раз, правда, это делаем в прямом эфире. Обычно у нас это происходит как-то в электронном виде. Сколько победителей этого розыгрыша ты насчитал? На эфире насчитал 10. А так сколько? Ну так тоже 10. Мы сдерживаем слово, 10 победителей. Я знаю, что вы еще будете проводить такой же турнир «Железные кулаки», но в Одессе. Почему вы будете его проводить, если все-таки это такой же всеукраинский турнир сейчас проходит? Ну, понимаете, у нас уже год есть такая мечта все-таки покорить не только Николаев, покорить весь юг. Вот, и на протяжении года мы все думали, Херсон, Одесса, Одесса, Херсон. Прорабатывалась масса вариантов, мы уже в фабрике в Херсоне договаривались, все. Но вот в последний момент все-таки мы закрепились за Одессой. Сегодня приехали наши друзья, с которыми мы совместно будем это все делать. Решили Одесса. Это крупный южный город. Мы хотим все-таки завысить немножко свою уже планку и взять под себя весь юг. Попытаться себя попробовать в Одессе. Второй этап соревнований. Ребята все поддержали, команда вся этим горит. Одесситы сейчас вроде очень активно начали реагировать. Посмотрим, что с этого выйдет. Ярослав, недавно в Николаев вернулся Иван Андрущенко, чемпион Европы по боевому самбо. Какими еще именами гордится Николаев? Да, Ваня у нас занял призовое место на чемпионате в Европе в разряде юниоров. Еще у нас есть очень много перспективных бойцов. Это Вячеслав Тен, Александр Бойко. Вообще все парни, которые у нас занимаются, они достигают результатов. И потом со временем мы уже отправляем их на более и более перспективные результаты, чтобы они достигали. Все спортсмены продвигаются по своему уровню, все тренируются. Очень много детей у нас уже в залах, которые тоже хотят заниматься спортом, занимаются им очень успешно. Среди детей, которые пришли к вам заниматься спортом, есть ли какие-то перспективные? Я думаю, что Николаев все-таки плодородный достаточно город. Конечно, есть. Все дети, они занимаются. У нас такое ощущение, что они больше хотят, у них рвение, терпение, чем у взрослых наших. И как на сегодняшний день мы смотрим на детей этих, то, что они очень больших результатов достигнут в своем будущем. Thank you.
А говорят, что вся жизнь проходит перед глазами, перед чем-то таким опасным. Не проходит ли у вас жизнь перед глазами, когда вы видите кулак противника? Нет, особо не проходит, потому что, чтобы не пропускать удары, надо тренироваться. Если так несколько пропускать, жизнь может и закончиться. Ну, о чем вы думаете в этот момент? Например, я бы думала о том, что у меня, ну, хотя бы, да, что у меня будет какая-то ужасная гематома на лице останется, вот если сейчас пропущу кулак. О чем вы думаете в этот момент? Ну, когда вам нанесут удар, у вас срабатывают рефлексы. Удар — это там буквально доли секунды, здесь нет времени думать. Какие мысли проходят в этот момент? Обычный анализ ситуации, техника срабатывает? Да, анализ ситуации, ты анализируешь, идет удар, надо от него защититься. Максим, я знаю, что вы приехали к нам из Донецка. Расскажите, как вам удается совмещать спорт и вот такую тяжелую, нелегкую политическую ситуацию? Ну, я вам скажу, нам сейчас нелегко, у нас очень тяжелая ситуация, везде бомбят. Ну, везде выстрелы, как бы под выстрелами постоянно и тренируемся там. Ну, тяжело, нелегко, но мы справляемся. Но проходят тренировки в том же режиме, в котором и были, либо же все-таки вы как-то и в том же месте привычно? Нет. Раньше я тренировался в Донецке, а сейчас, ну, я у себя там по месту, ну, в поселке Тельманово тренируюсь. Продолжаю тренироваться, не сбавляю. Многие спортсмены остались в Донецке, либо же они уехали? Ну, многое разъехалось, кто остался. У кого была возможность уехать, те уехали, кто остался. Какой ваш сейчас настрой, скажите мне, вот перед турниром? Настрой только на победу, как обычно. Всегда настрой только на победу. Следующее свое интервью я возьму вот в этих перчатках. Мы же все-таки на Mixed Fight. Вы знаете, главное, что не вредит маникюру. Дим, скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то на человеке точка, ударив которую, можно его сразу же отправить в нокаут? Ну, таких точек даже не одна. Это челюсть, вот она. Если человек попадает прямой или боковой сразу в челюсть, он выключается. И если хорошо попасть в печень, то человек просто уже сводится, он уже падает сразу. Как вы настраиваетесь перед боем? Мы, по большей части, слушая музыку, пытаясь ни с кем не разговаривать, просто настраиваться в себе и все. Как вы там стоите на ваших плакатах? Вот так? Давайте вместе станем с вами. Игорь, какая должна быть подготовка у бойца, чтобы его впустили в октагон? Спортсмен должен в обязательном порядке иметь перчатки четырехпунцовые, такие как на вас, капу для защиты зубов и паховый бандаж. А меня можно пропустить в октагон? Все-таки у меня уже есть перчатки, я уже в безопасности. Вы знаете, конечно можно, ваша красота просто сразит на повал весь зал, я думаю. То есть я могу, то есть даже вот так можно просто отправить в нокаут так легко человека? Если девушка красивая, то да. Алик, что ты тут делаешь? Тут нет турников! Даже если нет турников, здесь очень круто. А чем тебе-то нравится? Все-таки твой вид спорта и этот кардинально разные. Кардинально разные, но это наши друзья. У нас единая цель – это спорт, это здоровье. И так же самое здесь вы можете увидеть всех накачанных, всех в тонусе. Интересно посмотреть на таких ребят, которые также стремятся, но немного в другом направлении. А сейчас я первый раз беру у тебя интервью как у зрителя, а не как у лидера команды Workout Style. Как отдыхает, мне интересно, лидер команды Workout Style? С девушкой и с друзьями. Ну что, у нас в городе смешанное единоборство намного популярнее даже, чем бокс. Люди сюда ходят вот просто как на шоу даже посмотреть. Чем тебе нравится достаточно агрессивный вид спорта? Очень классный вид спорта, много борьбы, бокса, кикбоксинга.
части. То есть очень, ну, очень интересный, ну, увлекательный вид спорта. Рекомендую всем заниматься ММА. А тебя вижу как зрителя уже не первый раз. Ты либо поклонник таких ивентов, либо же ты все-таки этим занимался. Молодые годы я занимался смешанными единоборствами, а в данный момент я поклонник. Мне это очень нравится. Мы за здоровый образ жизни. Турнир «Железные кулаки» второй этап. Наш Николаев-то приедет, но вы будете организовывать его, так как вы еще концертно-продюсерское агентство. Ожидается ли приезд какой-то звезды на этот чемпионат? Наверняка программа будет очень разнообразная. У нас будет много рок-музыки на турнире. У нас будет великолепная шоу-программа. Мы надеемся, что представление будет по стандартам мировым. И очень надеемся, что все любители и поклонники этого великолепного вида спорта Николаева приедут и поддержат своих бойцов, которых будет у нас много участвовать. Вот мы приглашаем всех зрителей вашего телеканала в Одессу 13 декабря, и будет очень круто. Ну, а звезды какие-то ожидаются? Вы собираетесь вести с кем-то переговоры, чтобы все-таки кто-нибудь из известных выступил? Ну, не будем открывать все карты, но на самом деле ведутся переговоры с группой Red Hot Chili Peppers и Элтоном Джоном, да. Элтон Джон, оказывается, в прошлом спортсмен ММА, да. Он чемпион мира по грэпплингу и по боевому самбо. Поэтому он очень был удивлен, что в Украине не так часто проводятся эти турниры. У них в Англии, понимаете, это каждую неделю практически, да. И он часто принимает участие, даже несмотря на то, что он уже в возрасте мужчина, но тем не менее он в отличной форме. Если серьезно, то мы хотели бы все-таки учесть высокий уровень Одессы и тот уровень, который показывает сегодня Николаев, учесть какие-то моменты и сделать это еще более красиво, более презентабельно. Все-таки это шоу, и уровень бойцов должен быть здесь очень высокий. И должно быть учтено еще это, для того, чтобы сделать еще более красивое. Саш, каждый спортсмен помнит какие-то слова своего тренера, которые в ключе поменяли его жизнь, либо самонастрой. Вы помните что-нибудь такое, чтобы вам говорили, это было очень важно для вас, вы с этим просто заходили в октагон, допустим? Ну, для меня первое, то есть так, то, что мне говорили, то есть надо трудиться, то есть стараться, вылаживаться, как бы на всю, стремиться к победе. Ну, а когда вхожу в октагон, настраиваюсь на бой, думаю про своего соперника, то есть, ну, про ту работу, которую я сделал, про людей, которые мне помогли, то есть, ну, и стараюсь не подвести их. Расскажите правду. Нужно разозлиться на своего соперника для того, чтобы победить? Либо же все-таки, ну, я знаю, что вы все дружите все равно, но тем не менее, нужно же одержать победу? Не, ну это спорт, как бы, здесь не надо там злиться или что-то, как бы, просто ты настраиваешь себя на бой, то есть, и выходишь, и работаешь. Да правда, что с таким видом спорта вся агрессия выходит во время занятий, тренировок или во время борьбы самой? Ну да, то есть все происходит в клетке, в зале, то есть на улице никакой агрессии, ничего. Я смотрю, вы слушаете музыку, уже настраиваетесь к бою. Переживаю очень сильно, конечно, настраиваюсь, чтобы все было хорошо, потому что запланирована куча всего хорошего после боя. Вы понимаете, что если турнир называется «Железные кулаки», вы должны показать свой истинный железный кулак в октагоне. Конечно, ну, как будет, так будет. А что вы планируете? Вы сказали, что у вас очень много планов после турнира. Это что-то личного характера? Да, у меня есть вторая половинка. Меня зовут Инна Полищук. Вот. Мы уже встречаемся очень долго. Хочу сделать ей предложение. Я думаю, она не откажется. Она сидит, ждет, переживает за меня. После турнира вы собираетесь своей девушке делать предложение? После боя моего, после боя, дай бог. Это будет все, ну, очень красиво, если я выиграю. Ну, то есть вы прямо здесь собираетесь это делать? Да, прямо в октагоне. Ого! А какой по счету у вас бой? Шестой. Да. Ну что, мы будем держать за вас наши железные кулаки, чтобы у вас все получилось. Хорошо, спасибо большое. Свого
першого бою боєць В'ячеслав Тен пообіцяв зробити своїй дівчині пропозицію і свою обіцянку виконав. Інна, ну что, вам только что Вячеслав Тен сделал предложение. Скажите, вы ожидали или нет? Я догадывалась на самом деле, что он готовит мне какой-то сюрприз. Но сюрприз в виде предложений я не ожидала. Я думала, что это будет по-другому как-то. Наверное, в семейном кругу вместе перед родителями моими сделает предложение. Но чтобы так, я в шоке. У меня... Вы не знали, что об октагоне после своего боя он вызовет вас туда? Нет, я не ожидала этого. Но намеки были, что ты готовься, ты ожидай, у тебя будет приятный сюрприз. Но именно что сегодня здесь, я не догадываюсь. Вот у меня руки до сих пор дрожат немножко уже, правда, но все равно я удивлена очень сильно. Инна, эту победу он подарил вам, как, наверное, каждую другую. Каково это быть женой вот такого бойца, такого спортсмена? Наверное, тяжело быть. Почему? Потому что каждый бой – это большая ответственность, не только для него. Мы очень сильно за него волнуемся, его близкие, друзья. Я как девушка, вторая половинка, да, на данный момент... Пережидал! Вот, я, конечно, очень волнуюсь, когда он каждый раз выступает, и когда он там в октагоне, лучше не смотреть, наверное, лучше слушать, как зал поддерживает его, и ты понимаешь, что он ведет бой. Женечка, мы вас поздравляем. Мы, на самом деле, немножечко знали, больше, чем вы догадывались, что будет сегодня предложение у вас. Поэтому мы вас поздравляем искренне, вашу пару. К сожалению, сейчас Вячеслав не может стать рядом с вами, он отдыхает после своего боя. Но я думаю, что у вас все будет хорошо. И на вас лежит также ответственность. Теперь вы уже будете женой бойца, которым гордится весь Николаев. Спасибо. І наразі це все. Це була програма «Місто 512». Її ведуча Тетяна Міщенко. Бувайте!